Следующий гермочехол будет интересен бухгалтерам. Вот, если вы идете на сплав, допустим, но не взяли с собой, ну, как бы не успели сдать отчеты нужные, все-таки квартал заканчивается, да, январь, февраль, март, да, сколько мне уже закончится, конечно, ну, ладно. Короче, что-то вы не успели сделать, и вам нужно, или вы, допустим, граммы считаете, вот. Вот такой вот чехол вам подойдет, потому что здесь можно перевозить, па-бам, калькулятор, вот. Не знаю, зачем, честно говоря, нужен калькулятор, но вот он сюда может полезть. Вот, кто-то может, не может без калькулятора. Вот, это такой вот, я просто его не буду открывать, он в заводской упаковке. Вот, это обычный такой вот прозрачный чехол, ну, этот мешок герма, и у него здесь получается зип, такой вот застежка, вот, вот. И все, петелька, и чтобы можно было на шею вешать. Такой вот чехол. Разных он размеров бывает, вот это вот самый большой под калькулятором.